Дочь героя, летчика-испытателя Игоря Егорова, Екатерина, этот день никогда не забудет. Мемориальная доска с именем отца открыта на улице, по которой его раненого несли 35 лет назад. Он погиб при выполнении испытательного полета. Абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу, заслуженный мастер спорта СССР по самолетному спорту. Для нее он в первую очередь был отцом, который всей душой любил небо и знал, как порадовать девочку в праздник. Он меня спросил, что тебе подарить. Я сказала, воробушку. Он мне подарил прекрасного Кеннера, который у нас жил 12 лет. Не знаю, что это такое. Мы с ним ходили за Волгу, за Камышом. Повесить мемориальную доску Игорю Егорову — инициатива школы номер 105 в Куйбышевском районе. Многие дети и их родители живут на улице его имени. По мнению директора школы, историю героя нужно изучать не только в классе, но и в обычной жизни. Теперь, проходя мимо этого дома, каждый житель и каждый гость будут знать, что в Самаре жил и работал удивительный человек. Его деятельность – это его подвиг. Он был очень разносторонним человеком. Он был абсолютным чемпионом мира. Поэтому его нужно обязательно знать, нужно, чтобы дети знали, что из простого человека может как бы быть вот такой великий для нас гражданин, выдающаяся личность. Это прекрасно, что в нашем городе поддерживается так традиция увековечивания памяти героев, которые прославляют наш город. Их очень много, и хотелось бы даже, чтобы практически на каждом доме, где эти герои были, чтобы висели такие доски. Игорь Егоров внес неоценимый вклад в развитие авиационной промышленности Самары. А еще, по словам дочери Екатерины, он был очень веселым и добрым человеком. И поэтому все, кто живут на улице Егорова, должны этим гордиться. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.